Привет, друзья, добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня у нас пятница, прилетел дядюшка Зур. Прилетел у нас на башню, вот здесь он располагается. Помните, роковая энграмма у нас дает вам недостающую экзотику. Но помните, она достаточно дорогая, 97 кристаллов. Пятерка мечей дает возможность настроить сумрачный налет так, как вам удобно. Зур нам привез сегодня гравитонное копье. Чем же хороша эта импульсная винтовка? Стабильностью своей, и также, когда вы убиваете противника, разлетаются такие шары пустотные, которые забирают рядом стоящих противников. То есть против трэша какого-нибудь очень даже ничего. Можно еще немного поиграть в PvP, но в целом, конечно, уже не торт. Лучше выбрать себе какую-нибудь другую импульсную винтовку, да и другую экзотику. На охотника он сегодня привез топтуны. Эта экзотика, я считаю, одна из топовых на охотника, особенно если учитывать те, кто не умеет прыгать. То есть вы прыгаете выше, скользите на жопе дальше, а также и бегаете быстрее. На Варлока он привез поперечные шаги. Я не знаю, у них проблемы со складом или с поставками. Я не понимаю чего, потому что поперечные шаги он задолбал уже привозить. Увеличивает вашу скорость бега, а также после небольшого разбега ваше оружие, которое у вас стоит, да, в слотах, то оно перезаряжается. Надеюсь, поставки на следующей неделе будут чуть иные. На Титан он привез у нас Урсу Шмурсу. Эта экзотика на самом деле неплохая. Если вы играете пустотным Титаном через среднюю ветку в ПВЕ, да, особенно. Хотя и в ПВП некоторые есть билды, которые реализуют эту сборочку. Но в целом, я честно скажу, для пустотного Титана сейчас предпочтительно больше верхняя ветка, потому что там есть купол с бафом на 35% урона на 15 секунд. Поэтому, если у вас нету в коллекции или вы играете пустотным Титаном через среднюю ветку в ПВЕ, почему нет, покупайте. В общем, Зур нам сегодня привез неплохую шмотку для охотника, для Титана. В очередной раз со склада вытащил последние, наверное, сапоги на Варлока и достаточно средненькую пульсу. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Ставим пальцы вверх, подписываемся на группу, на канал, ставим колокольчик. Всех благ, друзья!